Наша программа «Ритмы города» с Сергеем Тюпаевым. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это воскресенье, 11 утра, и значит, наша программа «Ритмы города». И сегодня у нас в гостях, ну просто необычный друг Пума Ник и дрессировщица Наталья Исаичева, с которой мы сейчас и поговорим об этих прекрасных животных. Наташа, скажите, пожалуйста, первый вопрос. Как вообще пришла идея заняться именно пумами? Идея пришла случайно. Мы сначала взяли, у нас лошади были, мы работали акробатов на лошадях очень долго, лет 10, наверное. А потом мы случайно почему-то решили взять котенка леопарда, попробовать, как это все вообще происходит. Взяли, потом нам понравилось, Володя, вот мой партнер вечный, он влюбился безумно в этих кошек, то есть, и нам случайно, мы приехали в Самару работать, сходили в зоопарк, и там вот два котенка, как раз им было где-то по месяцу. Мы их увидели, эти голубые глазки, эти пятнистые котятки. Мы влюбились, просто решили взять, и мы договаривались, очень долго вели переговоры с зоопарком, взяли этих двоих малышей. И пошло как-то дело, мы потихоньку вот начали ребятишек репетировать. Через год родились еще 4 котенка, вот нам позвонили, говорят, есть. Мы приехали, всех 4 забрали, и вот сейчас они выросли. Вот Ник у нас со 2-й четверки, ему уже вот 5 лет. В июне 6 будет. И вот они работают, и замечательные, молодцы. Ну а сейчас мы презентуем новую рубрику «Кулинарный поединок», где встретится профессионал-шеф-повар и непрофессионал-звезда нашего города. Смотрим внимательно. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители! На кону прекрасные праздники! И сегодня мы презентуем нашу рубрику «Кулинарный поединок». Дорогие друзья, и сегодня ведущими нашей рубрики выступят шеф-повар-профессионал и профессионал, но в другой сфере, не в кулинарной, адвокат Вячеслав Яблоков. Итак, здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте, здрасте, здрасте! Добрый день! Итак, Лиан, начнем с вас. Скажите, пожалуйста, вот я смотрю, вы приготовили, разделали такую прекрасную стерлядку. Что же мы сейчас, с вашей профессиональной точки зрения, будем делать? Как ее готовить? Ну, сегодня мы будем его запекать. Получится очень красивое блюдо. Ну, сначала мы будем ингредиентами все начинять, а потом... Все приправами. Угу. Потом посмотрим, как наш друг будет. Друг у нас веселый, хороший. Слав, ну, ваше блюдо, тоже стерлядка, да, мы сегодня нашим конкурсантам дали 2 одинаковые рыбы, но снабдили их абсолютно разными ингредиентами. Вячеслав, какие у вас будут сегодня превалировать ингредиенты? Я честно скажу, стерлядку готовлю сегодня в первый раз, но некий опыт приготовления блюда есть из рыбы. Поэтому я попытаюсь ее измазать медом, лимонным соком, начинить травами в лице разных там укропчик и так далее, и в итоге не быть оригинальными, так же, как шеф-повар, запечь ее в духовке. Дорогие друзья, ну что же, сейчас мы начнем наш интереснейший кулинарный поединок. Отсчет 3, 2, 1, поехали! Итак, Лиан, давайте вот посмотрим. Вы сначала помазали маслом, да? Да, оливковым маслом. А дальше солите? Потом солю, потом перчу. Угу. Добавляю сейчас, буду добавить разные ингредиенты внутрь. Угу. Сверху буду тоже маслом. А масло, оно что-то придает какой-то вкус или для чего? Масло дает мягкость и дает очень вкусный такой вот поджаристой корочкой. Приготовление рыбы — это самое легкое занятие. Надо делать все душой.
В данном случае рыба чуть-чуть посохла, пока стояла, и для того, чтобы соль, в том числе снаружи, припала к рыбе, желательно, чтобы она была несколько влажной. Поэтому, обработав ее маслом, это позволяет там, соответственно, рыбе получить соль. Уважаемые телезрители, ну что, наши блюда уже готовы, чтобы попасть в печь у Лианы и у Вячеслава. Ну что, поехали дальше? Вперед! Дорогие друзья, нам принесли две готовые стерлядки. Аромат просто сногсшибательный. И сейчас оценку будет делать наша народная жюри. Кто же у нас сегодня победил? Шеф-повар-профессионал, либо адвокат Вячеслав Яблоков? Поехали! Мне понравилась рыба больше Вячеслава. Как-то она мне по душе вот пришлась. Хотя обе рыбы, на самом деле, мне кажется, вкусные. Мне больше понравилась рыба шеф-повара, так как я тоже любитель острова, и мне больше понравилась так. Вячеслав, ну не переживайте, как говорится. Не дождетесь. Не дождемся. Ну и сегодня в нашем кулинарном поединке победил профессионал. Лиана, эти аплодисменты вам. Спасибо, что были с нами. Скоро увидимся. Съемки проводились в одном из лучших ресторанов Эдельвейс. Мы проводим банкеты, свадьбы, корпоративы. Наш сайт edelweisscomplex63.ru. Наташ, как вот они по характеру? По характеру разные. Нам очень повезло, что у нас первый кот был именно Аватар, который он хватал на лету, ему очень нравилось. Он талантливый, реально талантливый от природы, наверное. Вот. И мы на нем учились, он на нас учил. Мы его учили, он нас учил. И мы как-то вот взаимодействовали очень хорошо. Поэтому со второй четверкой нам было уже проще, мы уже какой-то опыт имели. Потому что мы до этого вообще опыта не имели общения с кошками. Абсолютно разные. Кто-то лучше поддается, кто-то хуже, кто-то сам предлагает какие-то трюки. Там вот Плюша у нас на шарах ходит, она сама предложила. Мы ей шарик выкатили, пошло, и вот мы ей сделали шары, и до сих пор вот она 5 лет на них работает, и замечательно, ни разу проколов у нее не было. Наташа, я знаю, что Ник участник постоянных благотворительных акций, расскажите, пожалуйста. Да, Ник у нас постоянно выезжает в детские дома, в какие-то мероприятия проводятся, он у нас везде участвует. Работали буквально этим летом в Донецк-Луганск. Он у нас катался по детским домам, он катался, мы приглашали военных, ездили в воинские части. То есть мы активно до сих пор поддерживаем контакты вот с Донецком, с Луганском, и как-то по мере возможности помогаем, чем можем. Вот. Ну, Ник у нас вот там звезда, его все знают, Наташа, все любят. С какими животными они не уживаются? Не уживается, но я не могу так сказать, потому что мы как бы не пересекаемся. Мы не пересекаемся с другими. Есть группы животных, которые вместе работают. У нас вот одни пумы, и между собой нормально в работе шикарно уживаются. Естественно, в вольере мы их сейчас по одному гуляем, потому что они не стайные животные, они одиночки, поэтому у них бывают конфликты. И мы, чтобы во избежание, мы их вот через перегородочку, они по два гуляют у нас. Я вот видел, у вас сейчас была репетиция, да, характер у них сложный. Как вообще дрессура сама по себе отличается вот от других животных? Я не сталкивалась с другими животными, ну, кроме лошадей. Я могу сказать, нам не было таких прям сложных моментов. Были моменты затяжные, когда вот какой-то у нас трюк, и мы его долго-долго вот полируем, потом выпускаем. Там то же самое научить на задних ногах ходить кошку, то есть это же все тоже процесс трудоемкий. Мы сначала на палочке его водим, потом вот пытаемся как-то поднять, и когда оно соображает, что от него хотят. То есть тут надо понять, дать понять кошке, что ты именно от него хочешь. Вот. И тогда как бы уже это закреплять и оттачивать. Вот. То есть у нас не применяется кнут. Мы можем повысить голос, они очень хорошо интонацию понимают. Ник.
Вот. Очень хорошо понимают интонацию, очень хорошо на прикормочку они работают. Иногда могут и, как бы, и отказаться от прикормочки. У нас вот Лина, девочка, она периодически в работе, она вся эмоционирует, она на этом и работает. Когда у нее нет эмоций, она не работает. Она вся вот такая, у нее любовь там все. Когда эмоции, она вся работает, прикормку она не берет практически в работе. Они настолько знают свою работу, свое дело, что их ночью разбуди, они тебе все сделают, все покажут. Уважаемые телезрители, ну и следующая наша рубрика абсолютно благотворительная. Посмотрите внимательно, не проходите мимо. Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами рубрика «Твори добро» и я, ее ведущая Дина Лерман. Сегодня я познакомлю вас с замечательным парнем, успешным тренером Ильясом и его учениками. Бассейн занимается Ильяс Рустемович с 3 класса. А на сегодняшний день он стал чемпионом мира, то есть он выиграл Кубок мира. И я думаю, что это все его заслуга, заслуга нашего тренера Ильяса Рустемовича. Глеб, в школе Глеба обижали, поэтому я хотел, чтобы он вырос настоящим мужчиной, и поэтому отдал его в этот вид спорта. Благодаря тренеру он добился очень таких достаточно хороших результатов. И это очень талантливый тренер, который очень любит детей, который посвящает всего себя, всю свою жизнь. И поэтому от всего сердца хотелось бы, чтобы он победил болезнь. Меня зовут Ваня Скориков. Вань, а сколько тебе лет? Мне 12. А сколько ты занимаешься у Ильяса Рустемовича? Я занимаюсь уже 5-й год. Расскажи, пожалуйста, о своих достижениях. Ну, я был на Кубке мира 2 раза. В первый раз я заработал там 2 медали. Вот, и благодаря ему я заработал вот эти вот 2 медали. Все благодаря Ильясу Рустемовичу. А Ильяс Рустемович — это твой единственный тренер? Да. Скажи, пожалуйста, вот как проходят вообще ваши тренировки? Что он вам дает? Может, он друг для вас? Или все-таки он жесткий более? Ну, он как тренер и друг настоящий. У нас тренировки проходят вначале разминка, потом всякие движения и спарринги, и ОФП в конце. Ну, во-первых, наши дети занимаются у Ильяса с 1 года, и нам, мне и всем нашим родителям, он стал как кому как сын, кому как младший брат. Он нам стал нашей частичкой стал. Ну и, конечно, в такую минуту только, наверное, самые близкие люди могут поддержать его. Таковыми мы и являемся. Скажи, пожалуйста, а какие вот у тебя отношения с тренером? Хорошие. Все время меня поддерживает. За всех болеет все время. Очень добрый тренер. Все время с нами всегда. Угу. Это мой первый тренер. Ты бы, наверное, очень хотела, чтобы он шел с тобой до конца твоего спортивного пути, да? Мне 13 лет, я уже 5-й год вот. Наступил, занимаюсь Ильясом Рустемовичем. Вот медали в основном, это в основном его заслуга. Он мне очень часто помогал. Если бы не он, наверное, бы я не смог столько золота получить и выигрывать хотя бы какие-то места. Всегда поддерживал меня. Я воспитываю спортсменов, и многие из них чемпионы и добиваются высоких результатов. Мне это нравится, и тем, чем я занимаюсь, приносит мне удовольствие. И надеюсь, что моим спортсменам тоже нравится быть под моим руководством. На данный момент это мой главный стимул
что меня поддерживает, это именно дети и тренировки. Ильясу 25 лет. Он успешный тренер, который вкладывает всю душу в свое занятие. И казалось бы, что все хорошо, но вдруг, как гром среди ясного неба, звучал страшный диагноз – рак языка на 4-й стадии. Мы очень хотим, чтобы Ильяс Рустемович выздоровел и снова нас мог тренировать. Мы вас любим! Сегодня я познакомила вас с замечательным человеком, достойным человеком, успешным тренером, который воспитывает чемпионов, любит и хочет жить. Давайте поможем ему вместе. Уважаемые телезрители, если вы можете оказать помощь в лечении Ильяса, то звоните по телефону 8-927-656-86. 8-927-656-86. Валерий. Очень много людей обычных, которые живут в городах, заводят себе диких животных в квартиры. Как вы к этому относитесь? Я категорически против, потому что любое животное, оно имеет свои особенности, каким бы ручным оно ни было. У меня Ник, вот, он очень ручной, очень лояльный практически ко всем. Ему, как сказать, абсолютно все равно, вот, что ты сейчас тут рядом сидишь, там, что вот кто-то где-то, ему все равно. Но, опять же, у них есть когти, у них есть зубы, они играют. Соответственно, габариты игры домашней кошки и там, взять ту же пуму, рысь и прочих, это совершенно другие. Опять же, это опасно, приходят гости, кто-то хочет погладить, кто-то чего-то. Животное, ты же в голову не залезешь, правильно, у них свои там... Кто-то хочет, кто-то не хочет. Соответственно, будет обратная реакция. Я категорически. Даже с содержанием в вольере тоже бывают ситуации разные. Вот. Как пума относится к нашим холодам? Если пума изначально живет на улице, в принципе, они живут в горах. По природе они живут в горах, в снегах. Для них это совершенно нормальная среда. Если она живет в помещении, как наши кошки, естественно, на улице она долго не сможет. И она замерзнет, и все. Если она с рождения там, то вполне вот у них младший брат живет в вашем самарском зоопарке, и он замечательно себя чувствует, он живет на улице, в вольере, прекрасно себя чувствует, хороший, красивый мальчик. Вот, недавно акцию проводили в зоопарке, мы приезжали с Ником туда. Вот, Наташа, да. Как получилось, что все вот пумы у вас из нашего самарского зоопарка? А вот это как-то случайность? Мы случайно попали, вот как раз взяли аватарку с Линкой, и потом мы наладили вот контакты, и мы до сих пор общаемся, и мы дружим с самарским зоопарком и проводим акции. Когда мы приезжаем в Самару работать, мы обязательно делаем акцию, выезд в зоопарк, встреча поколений, там бывает малыши рождаются. Вот у нас какой-то год был, не помню, года 3 назад у них малыш родился. Как раз летом мы приезжали с Ником, малыша выносили, маму с папой снимали. То есть довольно-таки... Интересно, мне кажется, встреча поколений. Вот. И потом, а зачем? Мы работаем с самарским зоопарком, мы знаем, что там замечательные зоологи, замечательно отслеживают, опять же, кровь, генетику и прочее. То есть, что кошки изначально чистые, хорошие, воспитанные. Уважаемые телезрители, ну а мы продолжаем. И сейчас небольшой шопинг по магазинам. Алло, Лариса, где вы? Где Миша? Где Сережа? Мне вообще-то уже давно здесь. У нас сегодня день шопинга, это традиция. Давайте быстрее. Ну вы где? Я вас уже заждалась. Привет. Привет, дорогие мои! А, как я люблю этот день шопинга. Я думаю, что сегодня найдем что-то новое, креативное, обалденное. Ну что, вы готовы? Готовы. К рукам? Йоу! Встречаемся здесь же, на этом месте, через 3 часа, и посмотрим, кто будет лучше и краше. Поехали? Поехали! Что ж такое? Прошло 3 часа, я так ничего себе не подобрал. Вы тоже ничего не нашли? Да вообще ничего не нашли. Какой-то ужас. Ты хоть и хороших вещей купить, а в сезоне клёво. Не говорят, насколько везде.
что сделать-то, а? Что, ничего не купили, что ли? Дина! Вообще ничего не подобрали на себя. А ты что такая радостная? Так, отставить панику, я вам сейчас покажу очень классный отдел. Я там купила целые пакеты. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Кстати, вам очень повезло, у нас сейчас в магазине скидочки до 70%. Замечательно. Давайте я вам помогу подобрать комплект одежды. Здесь представлен большой выбор одежды для всей семьи. Можно найти вещи на любой вкус. Модные рубашки и офисные пиджаки. Зауженные строгие брюки, юбки, белье и интересные аксессуары. Легкие платья и верхняя одежда. Все это есть в каждой коллекции бренда. Это одежда в стиле casual. Здесь возможно подобрать образ на каждый день и остаться довольным. И немаловажный фактор – цены очень выгодные. Я для вас подобрала несколько вариантов. Будут вопросы – обращайтесь. Одежда из натуральной ткани будет приносить вам удовольствие не один сезон. Здравствуйте. Вот вы знаете, у меня такой вопрос. Меня интересует детская одежда. У меня у подруги двое близнецов, мальчик и девочка, 3-4 лет. Ну, хочется что-то такое интересное. Прям. Необычное, креативное. У нас как раз-таки очень большой выбор новой коллекции. Все яркое, интересное. Поможем подобрать? Да, еще чтобы это было прямо вот с таким хорошим-хорошим вкусом. Поможете? Конечно, подберем. Все, это будет замечательно. Вау! Как тебе идет? Слушай, стиль casual тебе к лицу. А как вообще чувствуешь себя? Шикарно. Отлично. Вещи от известного российского бренда, который обновляет свои коллекции в магазинах каждые 2 недели, это дает безграничные возможности выбора. Я вам подобрала очень интересный комплект. Это и футболочка, кардиган, брючки и аксессуары. Слушайте, все из новой смотрите, коллекции. Как все стильненько, да? Это футболочка, кардиган. Футболочка, кардиган. Вау, слушайте, да она будет модная такая, стильная, у нее такой интересный кейс. Я думаю, ей понравится. Угу. Отличный выбор. Слушайте, супер модные штаны, а. Как классно. Слушай, очень красиво. Тебе нравится? Да. Ну все, мне на... тоже очень нравится. На 2 похода в клуб платье есть. Пойдем? Нет, я хочу еще. Пойдем еще? Посмотрим? Пойдем. Магазины действительно являются семейными. Каждый будет в тренде. Футболки с веселыми принтами оценят молодежь. Меховые жилетки женщины и мамы. А мужчин порадуют удобные джемперы и не только. Ох, ребята, как сегодня удался наш день шопинг. Состоялся. Я так рад. Я думал, так же и вы. Цела – это комфортные, модные коллекции для уверенных в себе людей. Наш адрес – аэродромная 47А, Аврора Молл, 3-й этаж. Посмотрел, как вы с ними общаетесь, гладите. Да. Они мурчат, как домашние, да. Реально домашние кошки. Да, они даже в туалетик так закапывают, заходят, как домашние кошки. Все-таки без этого никуда. И что вот самое тяжелое в дрессуре, самое с ними? У нас как бы не бывает тяжелого, потому что мы, наверное, изначально, мы друзья, они доверяют нам, мы доверяем, соответственно, им. У нас не было никогда моментов нападения целенаправленного. Они могут где-то испугаться и ударить случайно, но потом они сами пугаются, типа, ой, что я сделала, и бегут дальше работают. То есть... Соответственно, если кошка случайно напугалась и тебя ударила, то есть это не ее вина, соответственно, ее никто не наказывает за это. Она понимает, она прекрасно понимает, что да, это мой косяк, это я сделал, и он бежит дальше работает. То есть тут тоже надо понимать эту грань, когда можно там наказать, да, чем-то как-то, когда нет. У нас те же самые вот многие там зоозащитники у нас, да, возмущают там палки, стейки, вот это все. Это не для того, чтобы бить кошку, это не для того, чтобы ее там как-то грубо, жестко. Нет, палка у нас, это продолжение руки, это чтобы дать мясо, чтобы тебе руку не отхапали. Потому что оно в априори хищник, оно, естественно, бросается на мясо. Стейк – это чтобы где-то его поправить, где-то направить, чтобы… А потом, опять же, работа на поводках, работа без клетки. В принципе, мы перед ними…
беззащитны, по сути. Вот, то есть это, скажем так, палочка-выручалочка на случай, если вдруг. Вот, ну, слава тебе Богу, ничего не было. Вот, все у нас хорошо, все у нас мирно и дружно. Как самарские зрители воспринимают ваш номер с полным? Зрители самарские, и не только самарские, им очень нравится. Им, во-первых, нравится вот этот контакт, им нравится, что нету жесткости, что у меня все легко и все так вот. У нас и в работе в основной, да, когда мы выходим в манеж, у нас все легко, все непринужденно. Мы вот... То есть мы, получается, мы не управляем кошкой, а мы ее сопровождаем. Мы играем между партнерами, мы партнеры, да, с кошкой, там, с Володей, мы партнеры. Я знаю, что у вас, как по крайней мере в России, аттракцион с пумами единственный, правильно? Чисто с пумами, да. То есть есть сборные там ассорти такое, там тигры, пумы, леопарды, там еще что-то. С пумами конкретно, в принципе, никто не работает. Вообще их считают как бы не очень... зрелищными, не очень, где-то даже умными, не очень, считают их трусливыми, хотя могу опровергнуть любой из этих доводов, они очень красивые, они очень, как сказать, они не трусливые абсолютно. Да, это своеобразная кошка, но мне она нравится больше по характеру, чем леопард тот же, чем там тигр, я не знаю, на тигров я не готова, это совершенно другая. Мы с ними вот нашли контакт, нам хорошо, нам с ними хорошо, им с нами хорошо. Хочу погладить, можно? Можно. Дорогие друзья, впервые за всю историю я глажу настоящую пуму. Можно ушко почесать. Давай, давай. Давай. Вот, молодец. Вы не представляете, какой это кайф. Это просто, я даже не знаю, это не сравнится с домашними кошками. Потому что у меня сейчас адреналин, наверное, зашкаливает. А Ники у нас, ну, такой спокойный. И молодежь, что занимается благотворительностью. Ну и сейчас самая мистическая рубрика нашей передачи «Время экстрасенсов». Посмотрим, чем сегодня удивят экстрасенсы жители нашего города. Здравствуйте, уважаемые телезрители! И сегодня наш звездный гость в студии – эксперт, экстрасенс из Азербайджана Этибар. Здравствуйте, Этибар! Этибар, скажите, пожалуйста, как и когда вы поняли, что вы обладаете экстрасенсорными способностями? Меня зовут Этибар Насибов. Когда мне было 14 лет, в 1994 году я почувствовал, что со мной происходит нечто необычное. В мае этого же года, сидя дома и делая домашние задания, мне стало очень плохо, и я упал на пол без сознания. Мои родители, увидев эту историю, сразу обратились к врачу. После обследования врачи никаких болезней не нашли, но такие ситуации стали повторяться. Как-то раз я пришел со школы, и мне стало опять очень плохо. Я снова потерял сознание, и когда очнулся, мне сказали: «У тебя была клиническая смерть, и ты 40 дней спал». После этого меня повели к одной знахарке. Она сказала, что у меня необычная сила, и что эта сила – ясновидение. Через некоторое время, после сеанса, ко мне стали приходить видения, и эти видения меня не обманывали. Впервые я предсказал своей матери. Я сказал, что отец придет с работы и купит яблоки. Уточнил их количество и цвет. Я сказал, что он принесет 32 яблока, из них 4 белых и остальные красные. Когда отец зашел в квартиру, моя мама посчитала яблоки, и все, что я предсказывал, оказалось правдой. После этого я начал все лучше видеть и предсказывать. Этибар. Люди, наверное, к вам часто обращаются с различными вопросами, как к специалисту. Скажите, пожалуйста, а по каким вопросам вы принимаете вообще людей? Очень интересный вопрос вы мне задали.
Ко мне приходят в основном с такими вопросами, как очиститься от порчи, открыть дорогу в жизни, изгнать из дома духов умерших, как вытащить дух из человека, найти потерявшихся или пропавших, узнать, жив ли человек или мертв. Приходят те, у кого трудности на работе. С этими и многими другими проблемами обращаются ко мне. Итибар, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему люди стали чаще в последнее время обращаться к экстрасенсам за помощью? Касаясь этого вопроса, я хочу сказать, что на данный момент у всех одни и те же проблемы. Плохая аура, плохие отношения в семье и так далее. Мы, экстрасенсы, отличаемся от людей других профессий, учителей, врачей. Отличаемся мы тем, что к нам приходят с абсолютно разными вопросами, и с Божьей помощью мы помогаем им в решении их проблем. Итибар, сейчас задам вопрос, который интересует очень многих россиян. В нашей стране очень нестабильная в данный момент экономическая ситуация. И вот скажите, пожалуйста, надолго ли она затянется? Какие пути развития и чего вообще нам, россиянам, дальше ждать? Спасибо за этот интересный вопрос. Пока еще будет кризис и инфляция в России. Но до лета 2020 года все образуется. Россия поднимется, и все будет хорошо. Благодарю вас, Итибар, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Увидимся в следующее воскресенье. Экстрасенс Итибар Насибов ведет свои приемы в Самаре. Записаться можно по телефону 990-39-28, 990-39-28. И сегодня наш эксперт Лариса Василенко приготовила для нас очень интересный практический курс. Итак, друзья, что такое космоэнергетика? Космоэнергетика – это энергетическая практика, которая способствует нашему развитию, которая способствует нашему очищению и расширению сознания. У нас должно быть четко простроена связка между физическим телом, психикой и энергией. Если аура плотная, наполнена качественными энергиями, которые ее образуют, то любой разрыв сразу затягивается. Что такое разрыв? Это любая сильная эмоция, да? Это любой человек, который там на вас разозлился, или вы разозлились. Да? То есть везде образуются прорывы. Но разница в том, что у здоровой ауры она восстанавливается. Да? Аура слабая, она не восстанавливается, она похожа, она вся в разрывах. Человек, через эти разрывы начинает вытекать жизненная энергия. Человек становится слабее, он быстро устает, соответственно, ему в жизни меньше везет. Да? Он становится раздражительным, тревожным, состояние ухудшается. Например, аура людей, которые занимаются энергетическими практиками, она сделать ничего невозможно. То есть она сразу отлетает, как вы знаете, как мячик бросили резиновый в стену, она вернулась назад. То есть сделать практически невозможно. Самостоятельно буду рассказывать, как убирать. Так, кто-нибудь хочет попробовать? Да, настраиваем рампу, то есть если ответ положительный, рамка у нас двигается вправо. Начинаем мы с первой чакры. Да, всегда с первой. Ставьте напротив первой чакры, пониже. Угу. Ну, сдаете. Первая чакра находится примерно на уровне промежности, в котором да. она сейчас в состоянии. Минус. Да, мы видим, что чакра заблокирована. Угу. Да. Стоит ли смотреть следующий? Обязательно. Нет, вторую чакру, которая чуть выше лобковой кости находится. В каком она состоянии? Проверяем остальные и уже в зависимости от этого выстраиваем. Вот смотрите, мы сейчас у двоих нашли наличие сторонних воздействий. Как это можно сделать? В принципе, это можно сделать с помощью космоэнергетики. Да? То есть есть специальные каналы, которые с этим работают. Но можно использовать дополнительную технику. Я вам сейчас ее покажу, и вы ее попробуете. Вот как раз на вот этих двух людях. Значит, для этого нам потребуется листок формата А4 и ручка, и свечка. То есть мы ставим свечку. Мы напротив себя сажаем человека. Все, что будет здесь написано, нарисовано, мы запираем. Готовим несколько листов, да, потому что бывает, что в процессе нам нужно поменять. Да, то есть один лист мы списали, да, второй, третий, четвертый. Да. Больше пяти, ну, вообще считается, что больше двух не списываем, но у меня в практике было, что 4, 5, да, и 10, и процесс не остановить. Вот пока идет процесс,
Мы его не останавливаем. Очень напряжены, просто вот сами по себе. Мне самой жарко стало. А потому что вы в ходе взаимодействия, энергия идут? Ну, внутри какие-то, вот в этой области какие-то какое-то, что ли, есть. Ну вот, то есть у каждого разные ощущения, да, но они всегда есть. Вот это показатель жарко того, что работа идет. Да, это как раз нормально. Что такое судьба? Знаете? Судьба зависит от вот этого. Не от каких-то там высших сил, да? Есть определенные точки. Давайте, знаете, как я все-таки немножко расскажу, что такое судьба, чтобы вы понимали. Точка рождения человека. Точка рождения. Вот в эту точку мы приходим с уже определенной программой. Да? Причем эта программа зависит от того, что мы наработали в прошлых жизнях. Какие мы ситуации не разрешили, да, которые мы неправильно прошли. Да? Те качества, которые мы не наработали, те чувства, которые мы не испытали, заблокировали. Оно все определяет именно момент нашего рождения, где мы родимся, в каком теле мы родимся, в какой у нас будет пол, какая будет страна, какая будет семья. Да? Полное, неполное, да, потому что есть очень много сейчас, к сожалению, ситуаций, что рождаются души, которые должны быть воспитаны не в полных семьях. Вы считаете, что до 7 лет многие вещи, они кармические. До 14 лет у ребенка и матери общая аура. То есть то, что чувствует мать, ребенок показывает. С 14 до 16 лет происходит разделение. Разделение ауры матери и ребенка. То есть разрывается вот эта симбиотическая связь. Ребенок становится полноценным, вот собственным организмом, уже со всем тем, что он наработал. За помощью к экстрасенсу Ларисе Василенко можете звонить по телефону 922 57 88 922 57 88. Также вся информация на сайте samaralogos.ru. Уважаемые телезрители, на днях у нас в одном известном отеле состоялся мастер-класс-семинар «Черно-белая магия» с финалистами и победителями телепроекта «Битва экстрасенсов». Заинтересовал? Тогда внимание на экран. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие самарцы! Давайте друг другу поаплодируем! Сегодня мы будем начинать наш семинар с топовыми экстрасенсами. Уважаемые дамы и господа, встречайте! Наш экстрасенс, участница рубрики экстрасенсов в программе «Ритмы города» на телеканале СКАТ ТНТ, Татьяна Жмакина! Под ваши аплодисменты! Финалист телепроекта «Битва экстрасенсов», участница шоу «Экстрасенсы против детективов» Ася Петренко! Ася, я тебя люблю, ты ну просто магический человек. Аплодисменты, дорогие друзья! Ну и победитель 12 сезона телепроекта «Битвы экстрасенсов», финалист шоу «Экстрасенсы против детективов», участник телепроекта «Экстрасенсы ведут расследующим» миллион проектов, Елена Есевич! Добрый день! Наш сегодня семинар будет посвящен, как сделать так, чтобы у вас в жизни все было хорошо, в доме, в семье, с нервной системой. Но я сегодня прошу немножко о другом. Быть с пониманием относиться к тем людям, которые в первый раз читают какой-то семинар и первый раз делятся своими знаниями. Аза вообще ее не вытащить из Москвы, понимаете? Это у нее первый раз, вот это первый опыт такой. И как она безумно волнуется. Таня то же самое. Поэтому меня не судите строго, если что, я буду подхватывать, хорошо? Ну давайте начнем тогда, да? Ну что, Азу с Леной мы пока попросим присесть на наши места.
Начнем мы с Татьяны Жмакиной. Дорогие друзья, у Татьяны сегодня тоже дебют. Давайте ее поддержим. На самом деле, сколько у нас обращалось, у нас специальная рубрика, да, в Самаре, рейтинговая рубрика на телеканале СКТ НТ. Огромное спасибо, что все пришли. Огромное спасибо, особое спасибо моим родным и близким. Первое, что можно дома делать, да это даже нужно раз в месяц, я считаю, сделать, это полы мыть солью, килограмм солить, не надо соли в ведро. А берете, присолили немножко и помыли с дальнего угла и на выход. И выливаем в унитаз. На текущую воду к Волге не побежим, да она и замерзшая сейчас. Если под домом, если частный дом, под дом яма, то нет. Лучше вылить куда-нибудь подальше на дорогу. Это вот на дачах, когда моют еще что-то. Потому что соль очень хорошо снимает негатив. Соль, кто ходит много в украшениях, сняли, дня на три тоже положили соль. Соль хорошо все съест. Потом под холодной проточной водой и будет нормальненько. Еще можно хорошо пройти по дому со свечой. Можно церковный, можно обычную зажечь и пройти по дому, потому что огонь очень хорошо съедает негатив. За помощью к экстрасенсу Татьяне Жмакиной звоните по телефону в Самаре 922-53-83, 922-53-83. Ну, это любимая ваша рубрика «Халява», где мы разыграем билеты на популярные и известные московские шоу. Итак, слушай внимательно вопрос, отвечая в нашей группе ВКонтакте и получая билеты. Итак, первый вопрос. Как называется реалити-шоу, которое впервые будет стартовать в Самаре в программе «Ритмы города» на телеканале СКТ-НТ? Второй вопрос. Назови фамилию и имя экстрасенсов, которые были в нашей передаче. Отвечай на вопросы в нашей группе ВКонтакте и получай билеты. Сейчас я расскажу, куда. Билеты разыгрываются на группу «Лесоповал» Михаила Танича. Концерт состоится 22 февраля в окружном доме офицеров. Билеты разыгрываются на спектакль «Сергей и Айсидора», постановка Романа Виктюка, который состоится 24 февраля в филармонии. Уважаемые телезрители, ну и наконец-то состоялся кастинг на первое в Самаре реалити-шоу. Кто же победил, кто же прошел и как все это проходило, узнаем прямо сейчас. Камера, любимая, люблю тебя, люблю работать с тобой, позировать, люблю дарить свои эмоции, страх, радость, улыбку. Люблю тебя, давай работать. Хореография, футбол, вокал. Раз, раз. Почему вы должны пройти кастинг? Я кудрявый. Y piuma al vento muta da cento e ni pensier. Профессию эту можно посмотреть хотя бы? Кто ты у нас? Визажист? Нет, Роспотребнадзор, защитник. Понимаете, и чтобы люди как-то больше увидели в мире страсть, жизни страсть, чтобы они поняли, что жизнь — это прекрасно. Вот ты видишь, на реалити-шоу скандали два человека. Ты как поступишь? С третьим буду. Какой вид спорта? Ну все, понятно. Ладно, спасибо большое. И ты о своей работе только и думаешь. Хоть раз бы ты подумала о семье все-таки. Никак. Маленькая, крохотная, бегает, прыгает, шалит постоянно. Ура! Я буду папа!
Тебе 13 лет? Да. Что ешь? Питаюсь правильной пищей. Овощи, там, фрукты. Жёстче. Какого хера вы вообще здесь делаете? Жёстче. Вышел отсюда, бегом! Чё, что с самооценкой у нас, солнце мое? Я не знаю, просто, ну, не получается как-то поднимать. Стесняешься? Да, очень. Я танцую, но я боюсь сцены. Да ты, мой сладкий, да что ж такая за проблема-то у всех, а? Ты самая офигенная. Да. Самая роковая. Я самая кайфовая. Самая кайфовая. В общем, ты нам надоела на этом проекте уже. Ты замучила. Да почему? Да потому что. Да что я такого сделала, да я не поняла? Ты зачем? А в чём проблема? А ты чё лезешь туда, я не пойму? Ну, расскажи, а для чего тебе нужно участие в реалити-шоу? Что ты хочешь там получить? Не знаю, новые эмоции, что-то для себя там, может, чему-то научиться. Открыть ко всему новому, грубо говоря. Узнал о кастинге, просто лежал на диване, смотрел интернов, как бы, тот раз... Рядом собака больная у меня лежала, я смотрел ее. Фотографиям относится, потому что многие, наверное, жители нашего города побоятся вот как-то вот так подойти, как я. Или он нормально, то есть фотографируется? Он нормально фотографируется, он всю жизнь фотографируется, он всю жизнь на съемках, он всю жизнь где-то. Мы фотографируем, выводим его в антракте до представления, мы выводим в фойе, устраиваем фотосессии, то есть с ним можно сфотографироваться. Не в обнимку, конечно, потому что все-таки меры безопасности должны быть, он все-таки хищник. Mm-hmm. Это к тому вопросу, что дома не заводить, да? То есть отследить всю реакцию животного невозможно. То есть, соответственно, там есть какие-то меры предосторожности. Вот. А потом дети. Mm-hmm. Дети для любого хищника, самого дрессированного и самого домашнего. Это все равно есть добыча. Угу. Вот чтобы у нас не было момента добычи и хищника, мы делаем перегородочку. Угу. Вот, то есть, а так сфотографироваться, конечно, без проблем. Приходите, фотографируйтесь, Наташа, на память вот остается. Популярно очень селфи. Дается, нет? Дается. Да? Подползай, фотографируй. Дорогие друзья, ну вот селфи. Ну, я, наверное, после эфира это обязательно сделаю, выложу в соцсетях селфи. Я думаю, это крутая тема с пумой. Дорогие друзья, ну и сегодня у нас была необычная студия. Сегодня у нас в гостях была самая настоящая пума, мальчик, Ник. Ник, он даже вам помяукал. Спасибо вам большое. Всего доброго.